Рядом с нами президент организации Fight Nights Камил Гаджиев. Камил, поздравляю вас с еще одним успешно проведенным турниром. Как в целом оцените его проведение и как оцените местного зрителя? Молодцы зрители, в первую очередь. Пришли, поддержали своих, чужих, неважно. Видно, что разбирается зритель. Ну и, конечно, хорошая предпосылка, хороший задел для того, чтобы в следующем году повторить. Сделаем. Я вам на пресс-конференции этот вопрос уже задал, не могу сейчас для видео нашего не спросить. Такая высокая плотность сейчас проведения турниров, там буквально 3-4 недели и 3-4 турнира. Что сейчас, будет ли сохраняться такая плотность? Ну, не обещаю 4 турнира за 3 недели, как это происходит сейчас, но там на уровне 25 турниров в год надо быть обязательно, я считаю, и держать этот темп. Много бойцов, много регионов, которые хотят это видеть. Много хороших, качественных телевизионных эфиров. Есть ради чего и для кого работать. Также вы сейчас сказали, что есть задумки по поводу турниров в Англии, в Бразилии. Можете чуть-чуть подробнее об этом? Вы знаете, это же всегда от бойцов, как говорится, зависит. У нас много бразильцев, Мальдонадо, Брандао и прочие. У нас есть Джек Маген, англичанин. У нас мы сейчас Питера Куилли подписали, ирландца. Американские бойцы, 3-4 человека у нас есть. И, конечно же, надо проводить в тех регионах, которые за них придут болеть. Будем это делать. Вы знаете, еще раз, взять и провести турниры там, за границей, это не самоцель. Это бы давно уже можно было сделать. Надо сделать это так, чтобы люди в этом городе, в этой стране запомнили. Так, как это сейчас запомнили здесь, или как это запомнили в Астане. Или как это запоминают там, в любом другом регионе, в котором мы проводим. А как отнеслись к заявлению ACB, в том числе, в частности, президента организации Мэрбек Хасио, о том, что они проведут 14 турниров в 11 странах? По-вашему, рентабельно ли это и логично ли? Ну, тут же, наверное, не совсем вопрос рентабельности. ACB строит сегодня бренд, и в этом плане есть своя логика. Если там находится их зритель, то почему бы нет? Я не думаю, что там находятся сегодня зрители наших промоушенов. Но, как бы там ни было, хорошая идея, и могу только коллегам удачи пожелать. Камил, есть ли на ближайшее время у вас какие-то громкие объявления с точки зрения Fight Nights, подписания какие-то, возможно? Начнем с того, что 2 июня у нас подерется Минаков Сильва, и за пояс в главный бой вечера подерется Павлович Мохнаткин. Там же Крылов, там же Тони Джонсон, там же Багагаев. Много интересных боев. У нас чемпионские защиты начнутся. Скоро объявим нового соперника Брандау. Есть Ливан Макашвили с долгосрочным контрактом. Питер Квилли. Ну, то есть работаем, работаем. Знаете, то, опять же, подписывать людей – это полдела. Важно понимать, что мы дальше с ними делаем. Потому что нам не нужны спортсмены, которые сидят с контрактами и не знают, что дальше делать. Поэтому будем работать, привязываться, делать все профессионально, и вы увидите результат. Вы его уже видите, я думаю. Спасибо, Камил, что нашли время ответить на вопросы. Спасибо вам. Вы всегда компетентны, беспристрастны и актуальны. Спасибо. Спасибо.